забрал посылочку. Ссылка будет в описании. Тут один комплект. О, даже чек положили. То, что мне нужно для ремонта, но как бы самое основное. Вот так вот он выглядит, ремкомплект. Скрепочки. До Москвы шел в районе недели. И, собственно говоря, что мы тут имеем? Два транзистора, два диода и подложка под диоды, термоотводящая. Здесь сам трансформатор, генератор. Ну и он фирменный. Это ремкомплект для 164 версии. Именно. Ну, резисторы. Нормальные. Сейчас проверим. Начнем, пожалуй, с диодов. Отлично. Теперь второй. Превосходно. Ну и, соответственно, транзисторы, чтобы проверить, нужны будут пины. Сейчас проверим транзисторы. Опс. Один пин опять отвалился. Ладно, заменим его. Так. Потом припаяем. Что же у нас тут по транзисторам? Так. Текс, текс, текс. Первый пин. Тоже что ли не рабочий? Так. Проверим второй.
определяться почему-то как конденсаторы. Странно, но новое, будем считать, что рабочее. Прозвоню потом прибором. Мультиметром обычным. Хотя, может быть, еще раз попробовать. Прибор просто уже садится. Адекватно не хочет мерить. Надо поставить на зарядку. Вот сейчас как диод. Ну, такое. В общем, кому нужен будет кит, ссылка будет в описании. Пока они еще есть в наличии. Ремкомплект можно найти по номеру 99 568.